Доброе утро. Он там вдали, у стеночки должен быть. На... Нет, не на этой, на другой полке. На следующей, либо на следующей. Ну, либо на этой туда, вдаль. Есть? Либо это. У нас утро. Завтракаем. Ну, совсем я его без завтрака отправлять пока не хочу в сад. Потому что, во-первых, он любит кашу. А там не факт, что овсянка. А во-вторых, мы привыкли завтракать дома. Но порцию положила такую умеренную. Че? А че мне его нюхать? Не испортилось. Нет. Просто. Ну, этот выкинуть надо. Он лежал среди них. Я веду, он как бы недолго годен. И его надо съедать. Контейнер мыть теперь. Посудомойку. Ты половину лимона сейчас съешь. Не половину. Весь? Меньше. Меньше? Я бы на твоем месте половину съела. Лимон, он кислый. Кислый, но с сахаром он очень полезный. В нем много витамина С, и он не позволяет болеть. Представляешь? Нет, сахар не вкусный. Сегодня Мишка до сада дойдет. Сегодня мы встали в хорошем настроении. Да? Молоко тебе надо или я убираю? Нет. Ну, все, убираю тогда. Я сегодня решила голову не мыть и с мокрой головой не топать на улицу. Сейчас мешки свои под глазами подмажу перед садом. Ну, попозже. Сейчас еще 7 часов даже нету. Пока что буду тоже пить чаек горячий. Что-то у Светы горло заболело. Вообще не вовремя. Иду провожать Катю. Я там глажу Мише кофту. Катя уходит. Лизка тоже ушла в школу уже. Кать, скажешь нам доброе утро? Какое доброе утро? Лучезарное. Мы тебе желаем все сдать, прийти домой и спать. Придешь с уроков, закончишь и ложись на дневной сон. Катя последние дни прям спит. Прям долго. Приходится ее потом будить. Все, я желаю тебе удачи. И буду о тебе думать, чтобы ты написала хорошо. Хорошо? Все, давай. Удачи, зайка. А поцеловаться? Вот вредная девочка моя. Не хочет целоваться с утра. Ну ладно. Так. А мы знаете, что с вами сделаем? Заведем машину. Точно не хочешь? Обнимашки, целовашки. Давай, на удачу. Она по вечерам только обнимается. Она вообще до последнего лежала. Захожу, говорю, Катя, уже выходить надо. Она, вот так вот. Конечно. Я тебе сейчас кофту дам новую, когда доглажу. Так, я решила пойти глаза подмазать немножечко. Потом догладить кофту. Потом накрасить реснички. Что, сынок? Да? Хорошо. Что, остались только рукавчики. Опять Света гладит, только Миша. Лиза на самом деле уже в школу ушла. Лиза ушла в школу. Так. Доучиться осталось до каникул чуть-чуть. Надо дожить. Всем, все устали. Не знаю, как ваши дети, но мои вообще вымотались. У Лизы еще КВН. И под завершение 28 числа, когда у Катюши день рождения, у Лизы экзамен по карате. Будет получать очередной пояс. А вечером там вся команда идет в боулинг. И вот я не знаю, как быть. Но мы, наверное, не 28-го будем праздновать. Посмотрим. Потому что если мы 28-го будем праздновать, то тогда Лизку надо лишить боулинга с командой. Тоже вроде как не очень правильно. Ну и на дне рождения сестры она должна быть. Господи, как дотянуться до туда? У меня просто спина не прошла еще. Утром встала, знаете. Встала, спина не болит. Думаю, ну все. Саша вчера массаж мне делал. Думаю, помогло. А нет. Походила, спина опять побаливать стала. Так, что? Носки одеваешь? Вот кофта. Давай, одевайся. А мама пошла пока глазки накрасит.
приведет себя в порядок. Как-то вот я замазала глаза, все равно они какие-то мне не нравятся. Хотя ладно, я красавица. Я всегда красавица. Мишка снова достает шапку и воротник. Миша, а может тебе пониже складывать или тебе нравится доставать? Нравится доставать. Доставать нравится? Вот поэтому мы ниже и не делаем. Смотрите, достал. Только по зеркалу не бей. Да зрители переживают, что ты зеркало можешь разбить. Аккуратно. Он к зеркалу обязательно ведет, ему надо на ручку повешать. Ага. Не получилось. Руками повешать. Он просто один раз снимал, и у него улетело на ручку двери, повисло. Ему понравилось, он теперь пытается это повторить. Надо просто в ту сторону швырять. Так, и кидать. Это мимо. Тренируйся. Когда-нибудь попадешь. Давай, убирай линейку. Попал, да? Попал. Одевайся давай. У тебя тут... Подожди, рукав спрятался. Во. Давай одевайся. Вот я тут снимать видео. Хорошо. Миша сказал, что он будет снимать видео про Лего. А ты ставь потом мне телефон снимать видео. Ну, ты же вырастешь и станешь взрослым. Сейчас вот надо начать кушать в садике. Взрослые мальчики кушают в садике. Понял? А воротник где? Воротник где? Миш, воротник. Взрослые мальчики сначала начинают кушать в садике. Потом им исполняется 7 лет, и они получают телефон, понимаешь? Ты же взрослый, да? Да. Молодец. Обещал мне кушать в садике. Посмотрим. А что ты принесешь в сад? В сад? Банан. Если ты сядешь и покушаешь, тебе дадут банан. Договорились? Не дают. Спорим, дадут? Дай проверим. Они кажутся, детям надо... Нет. Спорим, дадут, если ты покушаешь. Если не покушаешь, банан поедет домой Лизе. Понял? О, да. Да мое. Сначала в садике кушаешь, тогда получаешь банан. Не, даже не мяукай мне. Мяу. Пока Мишкин одевается, прогноз погоды. Ну, вы видите, да? Тучки-тучки облачка. Мокро у нас. Но, надеюсь, что не холодно. Вышел? Приветики. А я сейчас буду дверь закрывать, потому что никого нет, потому что ее надо закрыть. А верхний замок не закрывается, потому что Саша запенил дверь, но не доделал. Вот. Никак доделать не может. Плохо себя чувствует. А, все, закрыл. Я молодец, я молодец. Все. А ты куда убежал-то? Да, я никуда. Хотела забрать мусор. Потом это просто собрала то, что там валялось. Вообще этот угол надо разгрести. Там металл лежит, ну всякий. Надо его в кучу собрать, вызвать металлоломщиков и сдать им. Там еще сидушка лежит. Колеса мои. Ну колеса останутся. Сидушку надо убрать. Ты сел? Знаю, что давно надо было заняться, знаю, что бардак плохо, но я вам уже говорила, бывают моменты, когда, ну, реально не до того. И это не от того, что лень. Это реально не до того. Все? Все? Готов? Погнали. Едем с Мишей в сад, потом едем за Сашей. Дорога что-то пусто. Но мы поздновато выехали, конечно. Мы обычно без 10:08 едем. А сейчас 8. Ой, что-то жарко. 8:14 уже. Сегодня привезли овощи. Яна заказывала лимоны. Очень надеюсь, что привезут оранжевый лимон. Потому что его я люблю больше, чем желтый.
кабачок, цветную капусту заказала и гранатный кондицию. Он совсем недорого стоил, и вроде как гранатики должны быть просто потрескавшиеся. Тоже для здоровья витаминчиков наедимся. Обещался, будет кушать. С воспитательницей поговорила, говорю, прям не уговаривайте, вы сядет за стол, значит банан получает, не сядет за стол, значит даже, говорю, ему банан не давайте. Миша сказала, говорю, если ты сядешь кушать, банан съешь, если нет, банан поедет домой Лизе. Может хоть из чувства соперничества за банан сядет, надо сейчас переломить и уговорить его сесть, начать кушать, и тогда должно стать все норм. В общем, очередная Светина уловка, в которой Света уверена. Надеюсь, это все, как говорится, это сработает. А то я и в предыдущих была уверена. А толку-то? Сегодня утром, пока лежала в кровати, думаю, все, нафиг. Горло болит. Спина болит, надо на все забить и лежать весь день. Вот. Так и сделаю. Проснулась, собралась с Мишкой, немножечко расшевелилась. Блин, не могу. Надо полиамидные оболочки довыставить, надо фасовки соли другие сделать, надо карточки на эти другие фасовки сделать. Ну просто у меня соль, когда берут, допустим, по 250 грамм, мне это выгодно получается. Я тогда за килограмм получаю неплохую прибыль. Да, я продаю килограммом, мне невыгодно. Но если я буду продавать часть мелкими фасовками по 100 грамм, цена примерно такая же. Там буквально разница небольшая. Но кому-то, может, не надо 250 грамм, килограмм принципиально не надо. Потом я хочу еще ввести соль в баночках с мерными ложечками. Так тоже продавцы делают. Есть один продавец, который делает так же. У него всякие разные фасовки, всякие разные упаковки, и дойпак, и пакет, и цена разная, естественно. Вот. Ну, собственно, попробуем. Что из этого получится? Я пока не знаю. Но надеюсь, что в итоге получится хороший, успешный бизнес. Должен получиться я в этом плане. Это обычно получается. Главное время себе выделить на это побольше. Вчера пленки, айцелы опубликовала. Сейчас полиамидки опубликую. И соли доделаю. И приправы сегодня надо наделать. Приправу для ветчины с паприкой. Она почему-то популярность такую обрела. Мне там и запросы на скидку приходили. Ну прям драконовские запросы. Типа давайте нам 30% скидки. Ну ё-моё. Тогда я ничего не заработаю. А я в конце концов ее смешиваю, поэтому пришлось отклонить. А так вообще у меня 4 сделано было, 3 из 4 уже заказаны, завтра отправляю. Так что надо сегодня еще наделать. Каждый раз, когда я еду, передо мной выруливает грузовик, либо заранее передо мной я его догоняю здесь, на заводской территории. Либо прямо передо мной выруливает. Мне вот везет на грузовик. Капец. Короче, я это почти подъехала. Интересно, вышел Саша или нет. Он мне ничего не писал. Надеюсь, что вышел. То стоять там посреди дороги не очень приятно. Еду сразу издалека, пытаюсь разглядеть. Вышел Саша или нет, не вижу пока. Он на определенном месте обычно стоит. Там кто-то есть. Да, есть. Вижу его, вижу. Ша, и вы его видите. Вот он. Приехали в строительство.
подозрительный мне за трубочкой. Саша ходит и что-то изучает. Выключатели. А зачем тебе выключатели? Что ты хочешь? Я хотел на кухне этот светильник подвесить. Ага. Нет. А что, обязательно такой? Накладной, наверное, там не связано. А вот. Вон там посмотрит. Все. А что, двойной нельзя? А вот. А, это же двойной. Одинарные разобрали. А? Что это самолет? А этот что, нельзя взять? Здрасте. Забери его, да и все. Последний. Можно. Просто он последний. Тебе же один нужен. Тоже двойные. Нашел? Если долго мучиться, что-нибудь получится, да? Вот. Какие-то вот эти вот получаются по 65, а все остальные какие-то дорогущие. Чем они отличаются, интересно? Саш, а можно вот такой? А, он не накладной, да? Да. Ну, блин, он симпатичнее выглядит. Угу. А? Может и симпатичнее. А что, нельзя по-другому? Только от накладной? Там нет дырки, не нацелили. А нельзя сделать дырку? Сверличат по обоим, по всем готовым. Чтобы было красиво. Не будет же красиво. Будет. Обои все равно переделать там надо будет.